Туризм – это одна из наиболее экономически выгодных отраслей. Она позволяет поднять экономику и улучшить благосостояние общества. В Таразе также есть множество возможностей для развития туризма. В рамках его продвижения состоялся информационный тур. В нем приняли участие представители туристических компаний из-за рубежа. Ознакомившись с историческими и живописными местами региона, они выразили готовность привлекать туристов из своих стран в наш регион. Туроператоры, приехавшие из ближнего и дальнего зарубежья, а также из нескольких областей нашей страны, сначала посетили выставку ремесел. Они высоко оценили работы таразских мастеров. Я приехала с солнечного Узбекистана посетить Таразово. Вот. Сейчас у нас начало экскурсии полностью, чтобы мы ознакомились с этим великолепным городом, как бы его историей полностью. Вот. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Таразовым. Затем собравшиеся приняли участие в круглом столе на тему «Тараз. Симфония экотуризма». В ходе встречи представители туристического бизнеса соседних стран и регионов стали свидетелями подписания меморандума. Мы делаем упор на экотуризм, хотим укрепить сотрудничество с представителями туристического бизнеса из других регионов и стран. Таким образом, мы рекламируем свой регион и популяризируем достопримечательности области. Информационный тур продолжился экскурсиями по историческим и природным достопримечательностям. Участники обменялись полезной информацией и более подробно познакомились с туристическим потенциалом региона. Мероприятие имеет международный уровень, и это неспроста, ведь потому что к нам приезжают туристы из других стран. Наш регион имеет туристический потенциал. Презентация Тараза, его история и природа длилась 2 дня. Гости были впечатлены уникальными особенностями местных туристических объектов и выразили готовность привлекать туристов в наш регион. В Мирке есть санатории, имеется курорт Алмалы. В общем говоря, Аулиатинский край имеет большой потенциал. Нам приятно сотрудничать с туроператорами Тараза. По данным экспертов Всемирной туристической организации, за последние 5 лет экотуризм активно развивается. Однако в нашем регионе эта отрасль все еще отстает. Такие мероприятия, как этот информационный тур, внушают надежду на улучшение ситуации и развитие туризма. Ильдар Гизатуллин, Канал Бахадулы, Айкон Аппарат.